Прикарщик. Находимся мы в Золочі, в Харківська область. Сьогодні 5 марта, 9 чи 10 годин ранку. Розтентували, починається у нас загрузка. Перший поддон поставили. Нельзя? Для себе, для рідних. Моим интересно, как происходит процесс. А я потом кину туда. Вы ставьте с доской, а я потом кину сюда. Дивиться, там крихи свои. Ага. Давай. Там хорошо, 610 сантиметров шаг есть. Тут еще чуть-чуть можно, чуть-чуть. Доброе. Да. Можно опускать. Да, все. Хорошо. Ага. Так происходит у нас процесс загрузки досток. Ну, не всегда кару есть через верх. Вот такими, типа, кранами, типа, блин, этими. Чи манипуляторами. В одном месте загрузали, вообще через верх надо было цей весь тент снимать. Этот, и он через верх краном загружал. Ну. Как-то так. Бывшей фермы, не знаю, что тут было. Может, какие-то свиньи, может, какие-то коровы. Водонапірная башня. Сейчас это все наше правительство развалило. Кто вспів прихватив. Чтобы не разобрали, не развалили. И занимаются таким бизнесом.